Здравствуйте. События четверга, 2 декабря, в материалах корреспондентов программы «Время». Россия выиграла чемпионат мира по футболу. Он пройдет в нашей стране через 8 лет. Срок 2 недели. Чиновников накажут за попустительство бандитам в станице Кущевская. Прямые ответы на острые вопросы. Ларри Кинг завершает карьеру, интервью с Владимиром Путиным. Каникулы из фильма ужасов. Говорят очевидцы нападения акулы, которая покалечила российских туристов в Египте. Помощь с вычетом. Отмена налога на благотворительность ждут родители тяжело больных детей. Градус в плюс. Синоптики обещают потепление с осложнениями. Футбольное событие, под знаком которого пройдут ближайшие 7 лет. Россия примет чемпионат мира 2018. В напряженной борьбе за это право наша страна обошла Великобританию и два дуэта – Испания-Португалия и Бельгия-Нидерланды. Британская заявка, вокруг которой было много шума в желтой прессе, выбыл уже в первом туре. Российской совсем немного не хватило до абсолютного большинства, которое, впрочем, ей было обеспечено в следующем раунде. Число 13, именно столько голосов за Россию, записано в итоговом протоколе, стало счастливым для миллионов российских болельщиков. Корреспондент Первого канала Иван Благой был сегодня в самом центре долгожданного события. Ответ в обычном почтовом конверте. Затем, как легко ломался сургуч, следили миллионы фанатов игры номер один футбола во всем мире. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Президент FIFA не успел произнести слово «Россия», как его голос, усиленный мощными динамиками, потонул в криках радости российской делегации. Вот он, золотой кубок чемпионата мира, главный трофей первенства. В 2018-м он будет выставлен перед болельщиками на российском стадионе. Дорогой президент Блаттер, дорогие члены исполкома FIFA, дорогие друзья, коллеги и все, кто собрался здесь в этом зале. Вы доверили нам честь провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. И я могу пообещать, и все мы можем пообещать, что вы об этом никогда не пожалеете. Давайте делать историю вместе. Let us make history together. 16 стадионов в 13 городах. Возможность показать нашу страну такой, какой ее еще не видели. Обновленные с новыми современными аренами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре, Ростове. В ряде регионов работы уже начались. Крупный центр для юношеских сборных появится и в Подмосковье. Как и ожидали, мощная программа развития футбола, гарантированная правительством России, привлекла FIFA. И недостаток, на первый взгляд, тот колоссальный объем работы, который предстоит выполнить, стал нашим главным преимуществом. То, где будут проводить чемпионаты мира 2018 и 2022 года, очень символично. Мы открываем новые земли, потому что Россия – это Восточная Европа. Там никогда не проводился чемпионат мира по футболу. Что же касается Катара, это Аравийский полуостров. Там тоже давно нас ждут. Такой трогательный и одновременно настолько поражающий размахом съемок истории не было ни у одной страны, борющейся за проведение чемпионата мира, говорят в кулуарах FIFA. За 3 минуты сна маленького мальчика Саши узнаешь и о климатическом, и о культурном многообразии России, о том, кем она больше всего гордится и как жаждет этой победы. Саша! Саша! Саша, вставай! Но это уже не сон. Победа реальна. К ней шли почти 2 года, методично убеждая членов исполкома FIFA. Россия настроена всерьез и способна организовать такой чемпионат мира, какого в истории игры номер один еще не было. Лидер российской сборной Андрей Аршавин. Он прилетел в Цюрих из Лондона. Аршавин играет в лондонском «Арсенале». Нашел нужный подход к сердцам футбольных чиновников. Эта победа важна для него лично, не только как для футболиста, но и как для отца. Наши люди хотят увидеть у тебя чемпионат мира, хотят увидеть лучших футболистов мира не где-нибудь по телевизору, а прямо вот в своих городах. И я хочу, чтобы детишки, может быть, мой сын в том числе, пришел на стадион через 7 лет и увидел, я не знаю, Месси, там Криштиану Рональду. Я думаю, они еще будут играть в это время воочию, живьем. За онлайн-трансляцией, организованной FIFA в интернете, следили российские фанаты по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Решение футбольной федерации для них – как победа с крупным счетом, в игре, от которой зависит все. Наши выиграют сегодня. Были настолько уверены, что даже и дети, вот сейчас позднее время, и дети остались здесь. Поэтому мы очень все рады и очень довольны. Когда достали открытку из конверта с надписью «Раша», это, конечно, просто для всех был шок, очень приятный шок. Как, не знаю, гол
в финале какого-то важного матча. Главным соперником России, по мнению экспертов, была Англия. В Цюрихе высадился целый десант во главе с главой правительства Дэвидом Кэмероном, наследным принцем Уильямом и экс-капитаном английской сборной Дэвидом Бекхэмом. Но по некоторым данным, Англия вылетела уже в первом туре голосования. Не последнюю роль, вероятно, в этом сыграла грязная информационная кампания, развязанная британскими СМИ. Прямую видеотрансляцию из Цюриха организовали и в центре Лондона. Принесла она одно разочарование. Британский премьер Дэвид Кэмерон и вовсе не стал поздравлять Россию. Глава заявочного комитета Испании и Португалии не скрывает досаду, но все же находит нужные слова. Наша заявка хорошо спонсировалась, мы потратили много денег и сил, но ФИФА предпочла Россию. Мы ценим эту страну и хотим ее поздравить. С этого момента открывается новая страница в истории отечественного футбола. Россия начинает подготовку к проведению чемпионата мира. Впервые за всю историю мировых первенств он пройдет в нашей стране. Девиз российской заявки «Готовы вдохновлять». Сейчас можно уже изменить. Начинаем вдохновлять. Вдохновлять болельщиков игры номер один во всем мире. Приехать в 2018 году в Россию на грандиозный праздник футбола. Иван Благой, Илья Марин, Первый канал, Цюрих. Дмитрий Медведев уже откликнулся на решение ФИФА провести чемпионат мира 2018 года в России. Это заявление президента мы получили за несколько минут до начала программы. Дорогие друзья, я всех сердечно поздравляю с блестящей победой. Россия получила право проводить чемпионат мира 2018 года. Поздравляю всех российских болельщиков. А это огромная, многомиллионная армия. Поздравляю, конечно, тех, кто занимался организацией нашей заявки, тех, кто отстаивал наши интересы. Но теперь остается только готовиться. Готовиться нужно по-серьезному. У нас, конечно, уже будет опыт Олимпиады 2014 года, но, тем не менее, это огромное, очень серьезное соревнование. Готовиться всем, кто будет принимать участие в создании спортивной инфраструктуры, ну и готовиться нашим футболистам. Потому что мы не можем похвастаться пока блестящими успехами на чемпионатах мира, но если уж мы отвоевали право проводить чемпионат в Москве, это очень ко многому обязывает нашу сборную. И я уверен, что все наши ребята, все футболисты приложат максимальные старания для того, чтобы добиться блестящего результата в Москве. Это действительно очень приятное событие. Я всех сердечно поздравляю. Будем болеть за наших, будем готовиться к чемпионату. А Владимир Путин, который не поехал в Цюрих, чтобы, как он сказал накануне, не давить на членов исполкома ФИФА, следил за новостями в своем кабинете в Доме правительства. И как только стало известно о том, что победила Россия, глава правительства объявил, что теперь в Швейцарию полетит. Я прежде всего хочу поблагодарить членов исполкома ФИФА за принятое решение, за то, что они доверили нам проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. В России любят футбол, в России знают, что такое футбол. Даже в условиях Великой Отечественной войны, даже в блокадном Ленинграде играли в футбол. И это, мне кажется, о многом говорит. Это говорит о том, как у нас относятся к спорту вообще, к этому виду спорта. Это говорит о том, что спорт всегда служил подспорьем, поддержкой для наших людей. У нашей страны есть все для того, чтобы провести чемпионат 2018 года на очень достойном уровне. Конечно, нам многое нужно сделать. Это и стадионы, это аэропорты, гостиницы, дороги. Но в этом и есть вызов, в этом и есть преимущество нашей заявки, потому что это означает развитие мирового футбола. Но это означает и развитие спортивной, дорожной, транспортной инфраструктуры для нашей страны. Я, конечно, отдельно поздравляю всех, кто любит спорт в нашей стране, всех любителей этой замечательной игры футбола. Сегодня у всех нас большой праздник. И еще стоит отметить, что футбольный чемпионат, в котором сборная России как хозяйка первенства примет участие автоматически, без отборочных туров, не единственное спортивное событие мирового уровня в нашей стране в ближайшем десятилетии. Напомню, в 2013 году в Казани пройдет Универсиада. В 2014 году в Сочи зимние Олимпийские игры.
И до 2020 года в нашей стране состоится этап знаменитой автогонки «Формула-1».